Британский подданный, прибывший в Македонию 2 октября, в четверг был госпитализирован и скончался спустя несколько часов в больнице в Скопье. В Минздраве республики подозревают, что причиной смерти могла быть лихорадка Эбола. Сепак, бързата и тяжкая клиническая слика. Его состояние было очень тяжелым. У него был жар, рвота и внутреннее кровотечение. Его состояние стремительно ухудшалось. И все это – симптомы вируса Эбола. Несколько часов назад я получила информацию, согласно которой пациент употребил большое количество алкоголя, что могло вызвать такое состояние. Мужчина прибыл в Македонию в компании коллеги. По данным Минздрава, оба туриста ранее были в Нигерии, но второй британец эту информацию опровергает. Сейчас он находится в отеле, который власти опечатали вместе с персоналом. На родине погибшего в Великобритании начали проверять пассажиров, прибывающих в два главных аэропорта страны и на поезде «Евростар» через пролив. Лондон является одним из крупнейших транспортных узлов. Многие местные жители и политики опасаются распространения вируса Эбола, жертвами которого стали уже более 3,5 тысяч человек.